удар, удар, еще удар, опять удар, и вот Борис Буткеев, Краснодар, проводит апперкот. Вот он прижал меня в углу, вот я едва ушел, вот апперкот, я на полу, и мне нехорошо. И думал Буткеев, мне челюсть кроша, и жить хорошо, и жизнь хорошо. При счете в семь я все лежу, рыдают землячки, встаю, ныряю, ухожу, и мне идут очки. Неправда, будто бы к концу я силы берегу, бить человека по лицу я с детства не могу. Но думал Буткеев, мне ребра круша, и жить хорошо, и жизнь хороша. В трибунах свист, в трибунах вой, а ту его он трус. Буткеев лезет в ближний бой, а я к канатам жмусь. Но он пролез, он сибиряк, настырный они. И я сказал ему, чудак, устал ведь, отдохни. Но он не услышал, он думал, дыша, что жить хорошо, и жизнь хороша. А он все бьет, здоровый черт, я вижу, быть в беде. Ведь бокс не драк, это спорт отважных и беде. Вот он ударил раз, два, три, и сам лишился сил. Мне руку поднял рефери, который я не бил. Лежал он и думал, что жизнь хороша. Кому хороша, а кому не шиша.